Всем привет, Кент на проводе. И сегодня, ребят, представляю к вашему вниманию обзор одного из самых популярных серверов в России под названием SimplexLand. Ребят, вот это у нас спаун. Если что, на сервере играет 50 человек онлайна, и это только 8 часов утра. Днем тут онлайн до 100 человек, бывает даже и больше. Ребятки, это у нас спаун, давайте мы смотрим, что же это такое. Ага, это у нас мини-игры, то есть можно поиграть в Skywars. Слушайте, ну очень даже неплохо. Давайте я напишу команду Kickstarter. Ага, тут даже команда Kickstarter не надо писать, потому что уже все есть в моем инвентаре. Ребят, это очень круто, потому что у меня есть инструменты, у меня есть оружие, у меня есть еда и у меня есть строительные ресурсы. Ребятки, это очень бомбезно, очень круто. Этот червак мне уже начинает нравиться. И самое главное, что это PvP-сервер, потому что, ребятки, буквально отойдя от спавна, ну сколько? Ну 50 блоков, мы уже видим красную полосу. Если мы из нее перейдем, то там уже будет PvP-зона. Поэтому, ребят, это реально очень круто. Если вы любите драться, то данный сервер вам придется по душе. Так, ну давайте же все по порядочку. Тут очень много всего, реально, ребят. Тут можно обзор делать, не знаю, на час. Потому что вы только посмотрите, сколько же тут всего. Кланы, свадьбы, лотерея, паспорт. Ух ты, даже паспорт есть. Тир. О, давайте я пойду в тир. То есть я пишу слэш тир. И сейчас мы вместе с вами постреляем. Получаю бесплатный лук. Получаю бесплатные стрелы. Теперь я смотрю в моем инвентаре, где же они. Вот они. И теперь давайте куда-то постреляем. А куда надо попасть, тут не совсем понятно мне. Ну, сюда, что ли? А ну-ка, а ну-ка. Ой, лол, я сам в себя попал. Ну, в общем, вы поняли так. Как думаете, умру или нет? Конечно, не умру. Изи-бризи. Ну что ж, давайте дальше. Банк. Ага, тут есть банк. И PvP-арена. Ну, давайте сначала мы зайдем в банк, а потом в PvP-арену. Что же я вижу в банке? Тут мы можем положить деньги, тут мы можем забрать деньги. А, я понял, то есть я ложу деньги, жду определенное время, и я, ребятки, потом со временем получаю проценты. То есть я положил 1000 рублей, и буквально через неделю захожу, и у меня там уже 2000 рублей. Ребят, это очень круто, очень классно все продумано. Давайте дальше на PvP-арену. То есть тут даже не надо писать варп, можно просто писать PvP. Насколько я понял, вы успешно вошли на PvP. Это у нас PvP-арена. Ого-го! PvP-арена насколько необычная, насколько она крутая, ребят. Вот на этой PvP-арене я сам бы с кем-то за PvP-шился. Ой-ой-ой, как же она необычно сделана, такая неординарная, такая... Слушайте, ну я бы затестил, ребят, не знаю, как вы, но я бы затестил, я бы тут побегал бы, очень круто все сделано, вроде я играю какой-то пейнтбол или играю какой-то отдельный мини-режим в Minecraft Pocket Edition, вообще классно все сделано. Не, ребят, ну сразу же видно, что топовый проект, то есть если это был бы не топовый проект, то тут всего бы этого бы не было. Ладно, давайте обратно на спаун. Тут есть покемоны! Не, ну серьезно, сейчас серьезно, покемоны. Слушайте, ну я хочу увидеть покемонова, ну-ка. Покемон. Давайте я попытаюсь купить себе покемона. Конечно, я не знаю, у меня есть деньги или нет, но все-таки можно попытаться. Покемон бай. Представьте, если я его куплю. Эх, недостаточно денег. В общем, ребятки, если вы тут подкопите себе денег, то вы сможете себе на изи-бризи купить покемона. А это как-никак, это очень даже достойно. Я еще немножко пройдусь по спавну, посмотрю, что же тут еще интересного есть, помимо Скайварса и так далее. То есть, червак меня реально сильно удивил. Тут есть еще бесплатный кофе, а как его купить, слушайте? Вы успешно выпили кофе. Ага, то есть я выпил кофе, и я получил скорость и суперпрыжок. Слушайте, ребят, ну это просто, просто что-то с чем-то. Я не знаю, я бы зашел бы и поиграл бы на этом сервере. IP-порт данного уникального проекта будут в описании. Ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был ваш Кент АПК. Играйте на этом уникальном сервере на здоровье, потому что он сделан очень круто. Всем удачи и всем пока.